Всем добрый день. Мы находимся в торговом центре Март. Хотим детей отвезти на сеанс. Какой сеанс, Саша? Как называется? А? Сеанс этот как называется? Человек-паук из Стражи Галактики, что ли? А, нет, Человек-паук, короче, там что-то вселенной. Да, сюда. И паутина вселенной. Пока детки будут в кинотеатре, мы пройдемся по торговому центру. Называется Человек-паук и паутина вселенной. Вот его трейлер. Человек-паук, негритенок маленький, спасает вселенную, да, Саша? Паутина вселенная. А там есть какие-нибудь ужасы? Можно? Есть. Можно мне пойти на ужас? 9 часов Бугимен. Пойдем посмотрим. Бугимен? Это ужасы? Да, еще есть боевик такой. Какой? Ну это же боевик. Дубай любой ценой. Цены. Вы кефиси хотите? Здесь стрипсы есть. Я вижу, что стрипсы есть, да. А кефиси почему дороже? Я не знаю. Посмотрите. Конечно, дороже. Может, кефиси. Вон кефиси. Бургер почем стоит здесь? Где-то бургера. Вот, бургер. Нифига. Пойдем лучше там возьмем. Не, мы сядем на диванчике. Есть, есть. Вон там диванчик. Да, будешь кататься сейчас? А чё? А? Саша, давай покататься еще раз. Разные, да? Лагман, фри, пельмени жареные, комбо 2300, да, горячие блюда 990. Вот такой полностью набор, Женя, смотри. Лапша, мясо, салат на выбор, пампушка за 2250 и кола. Посмотри. И палочки. Сырные палочки мои все. Все в одноразовой посуде дали. Ладно, гамбургеры заказали, соус. А зачем все одноразовые посуде дали? Мы же с собой не говорили. Интересно. Короче, у нас комбо. Туда входит гамбургер, вот такой бургер. Кола, потом картофель фри и, ну, и кола. Я буду весь есть. Давай я посмотрю, как ты будешь кушать. Молодец, только на себя не сори. И вот такой комплект стоит 1500 тенге. Сырные палочки 1200. Сейчас будут готовы наши гонконгские вафли. Вот здесь мы заказали гонконгские вафли с разными вкусами. Вот они как выглядят. Я захотела их попробовать. 1500 они стоят. Какую красоту принесли. Один, короче, получается Владикин, один Саша. Ну, мы надеемся, перепадет то, что детки не доедят. Особенно вафли, они сейчас идут на сеанс. Вот, поэтому мы доедим. Да, Женя? На, держи. Вот так вот так держи. А я буду говорить. На. Говорю, на, тебе впереди слишком меня. Большая. Я говорю, впереди меня ходи. И на скидку показывай. Распродажи. Нет, нет, например, вот этот. Распродажи эти джинсики стоят 5000. Дай колочки. Вот это хорошенький. 10000 такой. Десять-одиннадцать лет. Футболочки. Что они? 6000. Да. 4500. Шортики мы же хотели еще для разнообразия взять. Совсем тонкий спортивный костюм. 3800. Такая дырчатая. Кепочки. 2000. Кепочки. Пойдем в женские вещи посмотрим. Женские где находятся?
тут кто-то что-то потрепляет. Собрали, да, со всех? Смотри, тут же зимние, рядом с летними вещами. Ужас. Это платье за 10 тысяч. Круто. А сколько? 1000 тенге? Ну да. Что-то я не могу. Что-то я на них смотрю, на эти платья. Мне что-то. Ух ты! А, такие шортики нет, не пойдут. Сколько? 1 к 3. Сколько стоят вот эти? 10 тысяч гонят, что ли, блин? Такое платьишко, 10 тысяч? Ужас, я такое не возьму никогда. Вот этот топик, например, 5 тысяч. Такая. Сарафанчик, давай, Женя, будем с тобой гадать, сколько будет стоить. Ты за какую? 10. Ты за какую? За 10? 9 900 с чем-то. 8. Женька говорит 10, а я говорю 8. Короче, платье стоит 9 тысяч. А вот это? 6 тысяч. Такая рубашка 9 тысяч тенге стоит. Желтенькая. Ой, ужас какой. Я на все равно смотрю, мне ничего не нравится. Тысяч. Блин, они же были со скидкой. Может быть, там скидка в 11 микрорайоне? Зачем? Вижу, мы такие. Такое 4. Короче, я в шоке от этого Вайкики. Раньше было что-то было такое интересное. Сейчас смотрим вообще цену ужасную. В нашем каком магазине? А, рядом с нами. И то магазин открылся. Тисима Тарас. Там можно вещи найти за 4 500. Но здесь вообще платьишко какое-то шаромужненькое стоит 10 тысяч. Я в шоке. Лучше за границу поеду, там куплю. Женя, давай я вот эту подержу. Колу подержу. Сколько такая? North Face, сколько такая? 6 500? И футболочки, мне холодок нравится, 15 500 стоит. Катал себе чехол, правда, не через меня, а через своего знакомого, ну, одноклассника. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот чехольчик. Япония, что ли. В Алиэкспрессе такой чехольчик стоит всего лишь 200 тенге. Представьте, 30 дней ждал, и вот он пришел наконец. Нахожусь в магазине де-факто. Ищу для себя что-нибудь интересненькое. Ой, ищу себе на выпускной какое-нибудь платье одеть. Восемь тысяч такое. Такие сарафанчики легкие по 6 тысяч. Ну, конечно, не на мою фигуру. Вот эти вот. Кто-то интересненький. Ну-ка. Сколько такой стоит? 9 тысяч.
это вроде бы неплохой. Только мне размер подойдет? Нет. $3500 стоит такое, как туника. Вот такое интересное. 5000. Интересное платье. А где его перед и зад? А, вот так оно смотрится. Ничего, неплохо вроде. 5000 стоит. Это получается сзади должно быть. Шифоновое. Двойной, кстати, шифон. Ну, как вечернее платье смотрится. 5000 стоит такое. Разный размер есть. О, вот платье. Простое платье-чехол. Стоит 4000. Вот так смотрится. Ну, я думаю, вот это неплохое даже. Да? Сучки такие интересные. Один покупаем за 5000. Второй такой же в подарок. 7 носочков внутри. Совсем легкие шортики, да? О, эти вообще легкие шортики. 4500 стоят. Классные. О, оранжевые классные. Сколько такие? 11000. Значит, за 11000. Жалко. Вот. Здесь все со скидкой у них. Вещи все понаставили. Там прихожки, главное, я меряю. И они даже не разбирают. Может, вечером уже подустали. Гора полная вещей с примерочной. Люди обратно не ложат. Так, вот они, шортики. Интересные. Неизвестно, сколько стоит. Ну и классно. Вот такие прям хочу. А что цены не написано? Сколько стоит? 3000. Но если это 3000 синенькие, почему бы нет? Они такие, знаете, легкие, как будто как лен, но только плотный лен. Ой, вот эти зеленые мне понравились. Но они без скидки, 7000. Сейчас посмотрим. А, вот шорты розовые. Шорты розовые. А вот они со скидкой 4000. Сейчас будем мерить. Вот оно платьишко. Очередное платьишко. Вот это платьишко, я думаю, мне прям в самый раз. Прям нормально. Мне нравится. Это я взяла размер чуть поменьше. Еще в один магазин. Картон. Посмотрим, что здесь есть интересного. Да, для худеньких все только. Это такое интересное платьишко. Такое интересное. $70 за 90 стоит. Вот это интересное. Легкое.
Не знаю. Магазинчик же совсем маленький. Так, вот наш первый этаж. Детишки до сих пор смотрят фильм, уже заканчивается. Женька пошел там по делам. Сейчас зайду в сенсей. $6,990 такое платье. Джинс, короче, куча всяких 5000. Прикольные ипки такие. Раньше, когда заходишь в торговый центр, везде музыка играет. К концу дня, наверное, музыку уже выключают. Какая симпатичная косметичка. 1200 стоит такая милашка. Смотрите, вот здесь такие вещи интересные всякие, няшные для дома. Такой набор, например, Sensei Home, набор 4 ложечек, 1290. Полотенчик, например, вот такое, 790 со скидкой. Неплохое. Например, два таких фужера, стаканы, 2990. Свечи ароматичные, 2590. О, кружечки какие симпатичные, кошечки, 2390 такие. Вот это мне понравилось, интересная картинка. С велосипедом стоит 2000 тенге. Так, дети наши посмотрели фильм. Это был фильм или мультфильм, Саш? Или мультфильм-фильм? Это типа Человек-паук, да, который защищал вселенную, да? Все, детям мультфильм очень понравился. Все, жду содержания, когда мне Сашка расскажет. Стесняется камеру рассказать на камеру. Будем сейчас его уговаривать. Повседневная жизнь, дело там, ну, уроки, это все такое. Обычно. Да, ну, в Америке, в Бруклине. Ага. А потом, ну, его укусил
радиоактивный паук, и он стал человеком-пауком. Ну, он прогуливал уроки, или, ну, на выходных он геройствовал. Ага. А геройствовал, что именно он делал? Спасал кого-то? Да. Короче, у него в мире там монстры были. И типа он всех спасал. А полицейский подумает, что он какой-то злодей. Или такой типа. Но его папа был полицейским как раз. Он всегда говорил, что надо поймать этого человека-паука. Почему? Почему надо поймать? Они думают, что Человек-паук это какой-то злодей. И типа была какая-то лаборатория, там изучали какую-то пространство, через вселенную, все такое. И они построили такую громадину, махину, называли коллайдер. Она типа запускается, типа луч, и она открывает, через вселенную какие-то разъемы. Так и случилось. Они построили этот коллайдер, начали запускать коллайдер, но у них же был уже другой человек-паук. Ну, обычный, взрослый, Он, типа, нашел этот коллайдер, хотел бы остановить его, потому что этот коллайдер может уничтожить их вселенную. Ну, мир. И, типа, у них, у этого, типа, там была группа ученых, и у них был главный какой-то человек. И он, типа, знал, что какой-то человек, Человек-паук хочет остановить их, но так вышел, что Человек-паук проиграл. Потому что я уже не помню, что там было. А потом этот мальчик, маленький человек-паук, следил за ними. Этот, который босс, увидел его. А потом он удрал. И что дальше? Потом он пошел в школу. Кто? Мальчик? Да, этот мальчик. Он не мог нормально там вести, потому что у него же были, типа, силы паука. Типа, силы паука, это, типа, слышать с расстояния, там все видеть и, типа, такого. И он нашел какую-то девочку. И, типа, он влюбился. Он никак не хотел, типа, сделать подкат. У него был... дядя, как его там звали? Ну, просто, скажем, дядя этого мальчика. И, типа, он посоветовал, что надо сделать подкат такой, что ей понравился. Он так и сделал. Но вляпался, потому что он еще не умел способности управлять. И, типа, случайно приклеился на нем. Паук же может лазить по стенкам? Но эта сила такая, приклеилась. Чем закончилось? Закончилось тем, продолжение следует. Спас вселенную? Нет еще. Как? Там что, продолжение следует должно? Да. Там на самом интересном. Хорошо, ладно, скажи, чем тебе понравился этот мультик? Мне понравился, потому что он такой в теме комиксов. И еще такой сюжет. Какие-то смешной и одновременно какой-то вот такой драма. Комедия и одновременно и драма. И ты плакал? Не один раз спокнул. И то это маленькое. По-маленькому спокнул. Еще тебе чем он понравился? И понравился, что там насыщенно, больше цветов и больше интереснее, чем первая часть. Ты первую часть тоже смотрел? Да, но уже не помню, что там. Помню, не знаю. Молодец. Тебе мультфильм понравился, да? Да.